Сегодня дождливая погода. Пингвин шоу. Пингвины. Будем смотреть на пингвина. Да, вот такая погода. Дождик прошел. Да. Еще мы с детьми сюда ходили. Ну, я на Олега Попова ходил. На Никулина, когда они бревно несли. Ходил? Да, ходил. С родителями ходили. И Олег Попова, я помню. Маленький я был. Он был или ты? Я был маленький. Но прохладненько, надо идти внутрь. Ну, пойдем. Посмотрим, что в цирке давно не был. Как на Попова сходил, так до сих пор и... Да, конечно, мы с тобой были. Ты что, не помнишь? А, ты не был. Да не, были. Мы с ребенком-то ходили. Здесь одни маленькие детки. У нас Олеська уже большая. Лесь. Слушай, по коду. А? По коду. Да ладно. Да. А почему не предупредили? Опыт доказала осуществляется только через двое второго этажа. Центральные и боковые проходы. Дорогие родители, будьте внимательны, да? И не оставляйте своих детей без присмотра. А также не пускайте их на барьер у манежа. Это опасно. Благодарим вас за внимание. Темно. Да? Вас видно, интересно. Улыбаемся еще раз. А вот здесь сколько? Ну, народу много в цирке было. Почти полный. Выступающие продают. Да? Да, вот маленькая, видишь? Она же это летала под куполом. Кто? Это, а, она беленькая продала. Да как они могут продавать? А вон это, не он, он кепки, не клоун. Где? Клоуны продают игрушки? Да, мы это... Ну да, вышли, короче, после представления и стоят на улице, игрушки продают. Подрабатывают. Они не успели бы переодеться. Они быстро переодеваются. Они тут же сразу выходят и продают. Смотри. Жираф. Сейчас кассы здесь, прямо возле, сделали, строили, возле входа. А раньше вон там по лестнице, помнишь, спускались? И там проход был, цирк еще внутрь, я помню. Оттуда можно было заходить. Не всем, но избранным. Ну там сейчас, наверное, есть. Вот, это канатная дорога, фуникулер в Дендрари. Вот здесь вот садишься и туда, на вагончике едешь. Не знаю, он сейчас работает или не работает. Цирк сходили, теперь... На елку. Центральную елку. Да. Ну, елка такая же, как и в прошлом году, да?
Летом здесь фонтанчики были. Да, здесь фонтанчики, вот они. Вон можно вот эти грибы. Куда? Здесь, скажем, улица Новогинская какая-то. Да, Новогинская. А это что такое? Нет, по-моему, времени не хватит. Прошли по дороге. Ну вот так, арка. Одна арка, там еще арка. Куда? А там что, лучше? Нет, по улице. А, мы за пирожками вообще пришли. Пойдем на пирожки. Тут хорошие печеные пирожки продаются. Где-то вот сюда проходить надо, на торговку. Да? Ну да, здесь где-то. Пойдем. Олесь. А там дальше, он, смотри, висят гирлянды. Финиковая какая, пальма, смотри, какими семена какие-то. Грозди, метелки висят. Мы вырезаем все. Убираете? Да. Почему? Что, некрасиво? Ну, красиво же. Мармелад. Ой, тоже там мармелада. Сколько? Слушай, и никого это... нет. Да, это... Первое время, конечно, было интересно. Пойдем на торговку. Зенит, прям старый. Да, магазин, какой старый магазин. Столько интересного здесь сюда приезжали. Бинокли. Часы разные. Так здорово здесь сюда. Здесь рядом самшит возле него. Смотри, самшитик остался. Вот он, самшит. Плюс запах влаги, да, плюс, да, запах, ну, сырости. Ну, правильно. Перегноя. И в лесу тоже тогда, вот когда это... посильнее. Нет, я имею в виду в лесу. В лесу посильнее, да. Здесь не хватает. А? Там корги она тут. Да. Вынь-то положи корги. Сама. Нормально. Взяли пирожки, набрали с печенкой, с рисом. Тут разные. Это с джемом. Угу. Вкусные пирожки, печеные. И идем по Новогинской. Ну, такого нового я не вижу. В прошлом году тоже самое было. Даже вроде побольше в прошлом было. Да? А? В прошлом даже вроде что-то побольше было, не? Да нет. Вон там было возле там фонтана. Стояли. К морпорту там. Веселее было там, да. Ну, люди снимают все равно. Нравится, значит, людям. Но снимем тоже. Значит, вот это новое построили, вот эту вот торговку. Что это такое? Новое? Конечно. Угу. Нам если пройти сейчас в морпорт, конечно. Нет, это уже следующее. О, браков. Хороший пирожок. Ну как? С чем? С картошкой. А? С капустой? С картошкой. С картошкой. Ой, как классно. А у меня не могу достать. Ну, спасибо, а то мешается. У тебя с чем сейчас рыбу съешь?
Бери там. Такие хрустящие. Но. Гуляют люди. Люди много, да? Что еще делать? Ходить только здесь. На Логинское, Морпорт. Идем, живем. Еще дождя нет. Идем спокойно. А утром вышли. Сказали, с зонтами. Сказали, к вечеру пройдет. Вот прошел. Да. Ну что-то грустно вы идете. Грустно идем? Угу. Вон лаванда цветет. Где? Ого. Большие что ли? Ну не. А вон цветы огромные, что это? Вот. Это даже не лаванда, не лаванда. А, нет, не лаванда. А вон тоже что большие цветы. Это искусственные цветы. Да? Ну, я думал, настоящие искусственные. Блин, это дерево, что ли? Дерево. Мама, я хочу так. Я помню, что я стал намного выносливее, когда я на физкультуре не мог один круг пробежать, а через год я вот бежал в Сибирь спокойно. Настолько сильно. Нет, Михаил! Я тебя пилен! А? На другую сторону. Сицилия. Вон, елочка еще какая красивая. Давай подойдем к ней. Ну, здесь красиво, около ЦУМа. Рядом с вокзалом. Угу. Вот он ЦУМ. Да, интересно. Там Корги был второй. Старое здание, как. Только сюда и ходили раньше. Помнишь, ЦУМ был, центральный магазин. О, так было здорово. Да? А сейчас вокруг такие магазины. Наш телефон смотрит. Это же заманчиво. Телефон это да. В цирке даже это, которая крутит прожектор. Перерывами смотрю, сидит в телефоне, раз, покрутилась, села в телефон. Можно еще прямо пройти. Куда? Вот еще елочка. Одни
Красивая. А какая елочка. Красивая, в России. Ага. Вон шарики большие. Сум. Вокзал. Здесь вот тоже круглые здания билетные. Билеты продавали. А, да. А где оно? Убрали? А, ну да, круглая была, да. И вокзал здесь было Сочи написано впереди. Сочи с той стороны написано. Сейчас Сочи, там было здесь написано. Там бассейн дальше. Бассейн еще остался, там был бассейн. Наша поликлиника вон, РЖД, светится. Вот сюда я приезжаю, комиссию проходить каждый год. Ну вот так вот, ну прохладно, хорошо так, да? Хоть немножко померзнем, а то привыкли к теплу, блин. Люди приезжают отдыхать. Зимой в Сочи отдыхать приезжают. У кого возможности летом нет, наверное, да? Ой, в Красной Поляне цены сейчас. Внизу на побережье дешевле. Ну вот такая прогулочка маленькая по Сочи. Сходили в цирк, прошлись немножко и все, домой. Ну пока.